Днем рождения Сбербанка считается 12 ноября 1841 года. Именно в этот день император Николай I утвердил устав государственных сберегательных касс. А уже через 3,5 месяца был сделан первый вклад. Чиновник Николай Кристофари внес на свой счет 10 рублей. Кстати, тогда они выглядели вот так. С недавних пор, а точнее второй год подряд, свой праздник банк отмечает зеленым днем. 11 и 12 ноября клиенты могут воспользоваться уникальными предложениями от самого банка, компании, его экосистемы и многочисленных партнеров. Годовщину Сбербанка мы отмечаем зеленым днем. В этот день более 150 наших партнеров предлагают скидки на свои товары и услуги. Зеленый день – самый выгодный день в году. Сбербанк предлагает клиенту не только собственные продукты, но и целый спектр возможностей. Это делает возможным мощная экосистема банка. От пересылки и доставки товара до услуг профессионалов разного профиля. Сориентироваться в богатом ассортименте предложений клиенту помогут отзывчивые сотрудники банка. Зеленый день совпадает с датой открытия Сбербанка. А для меня работать в банке каждый день как праздник. Экосистема Сбербанка регулярно пополняется новыми возможностями. Зеленый день – настоящий подарок банка своим преданным друзьям. Павел Юрасов, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей.